На площади Независимости в центре Киева все еще много демонстрантов. Несмотря на то, что власти частично выполнили требования оппозиции. Заявление об отставке премьер-министра Азарова и его правительства вселили в людей надежду. Хотя многие отнеслись к последним событиям с недоверием. Это очень хорошо. Уже давно следовало это сделать. Но этого мало. Нужно, чтобы в отставку ушел президент. По моему мнению, власти верить нельзя. Они уже неоднократно это продемонстрировали. Наверное, на Украине еще никогда не было власти, которая бы так откровенно лгала своему народу. У них нет никакого уважения к нам. Во вторник в первой половине дня состоялось заседание Верховной Рады. Но оппозиция не питает иллюзий по поводу того, что депутатам удастся найти легкие пути выхода из кризиса. Мы надеемся найти компромисс. У многих людей большие ожидания, но надежды на парламент нет. В присутствии трех предшественников Януковича депутаты Рады проголосовали за отмену спорных законов, ограничивающих право собраний. Тем самым было выполнено еще одно требование оппозиции. Тем не менее, к этой уступке украинцы относятся скептически. Я им абсолютно не доверяю. Поэтому я бы не торопилась отсюда уходить. Если мы разойдемся по домам, нас всех может ожидать жестокая расправа. Ведь главное требование демонстрантов до сих пор не выполнено. Президент Виктор Янукович, который сосредоточил всю власть в своих руках, в отставку уходить не собирается.